Брат, чё ты там базарил? Чёрёва. А ты чё базарил, на? Ну ты там вообще базаришь. Мамасинку и сами пытаешься кому-нибудь пьюхать. Это чё творит? Речки оставишь. Бля, погнали. Чё? А, секундочку. Чё? Слушайте, ребят, закасай, отдам Мосинку с 11 патронами. Козика, дай ей рубль. Давай за 800. Чё, и пульки. Во, нормально, всё, в душе парь. Всё, давайте. Только ты это самое, пачка не скрывай. Там, по-моему, пачки можно продать. Всё, сплавил говно это. В смысле, продал литовку хорошую. Я обосрался. Начальник, я обосрался, выпусти. Начальник, я обосрался. Чё уж игрел, я не понял. Я обосрался. Ну-ка ушли нахуй. В ухе ковыряюсь. Я пас потом тоже. Надо было, короче, либо валить от него, либо валить его. Тут два. Ну... Да, либо потише разговаривать, чтобы никто не слышал на всю деревню. Да. Спалили, я это забыл, у меня, короче, этот микрофон, ну, ты понял. А, Катя, забери. Пойдем посмотрим. Пушку-то убери. Это... А откуда я знаю, что это? Здорово, дерьбось. Здорово. А, это люди бармена? Здорово, мы не признали, нихуя себе. Ебать. Ебать. Ну здорово, ты на дерьмо. А как ты оказался? Блять, погоди, хватит мне на рации шуметь, у меня тут, блядь, дело. Блять, как я тут оказался, нахуй? Через пизду одну вообще волшебную, блядь. Волшебную палочку взмахнули, блядь. Я здесь оказываюсь. О, кто-то ноги сломал, печень. Мужик, ты живой? Ну вот уверен, мы уже выходим. Давайте кидаем, пожалуйста. Все, все, понеслась. Кидайте, кидайте еще, пока они не это. Все, последнее пошло. Все? У меня кончились. Аналогично. 4 штуки кинул. У меня 3. Мусора, козлы! Бежим, бежим, бежим. A few moments later. Кто-то кидает, посиди, подрейте, ничего. Пойдем, да. Кто-то кидает, расскажет. Да мы вообще случайно здесь оказались. Шли вот по дороге, что-то там какой-то этот побежал с артефактами, мы за ним, блядь, стрельба началась. Ваш кореш. Какой? Ваш кореш, вот это. Да мы вообще никого друг друга не знаем, блядь. Мы первый раз, пацаны, здесь встретились, вы о чем говорите? Или какую-нибудь работу дайте. Нет, нельзя. Вот у вас есть двор. Кто-то зарезался. Ебать вы, ребята, блядь, человек самоубился.
Я повернулся, повернулся к стене. Я хуею. Я расслышал, не надо. Я понял, что ты охуительный, все. Дружище, я не шучу. Ты меня очень сильно сейчас напрягаешь. Ты лучше не испытывай мои нервы. Извиняюсь, товарищ уполномоченный, я понял. Блять, охуительный товарищ уполномоченный, блять. Что за хуя? Ты меня понял, блять? Еще одно слово, блядь. Хоть писк не несу. Извините, ошибся, не ту кнопку нажал. Блядь, я просто нажал не ту кнопку. Я хотел нажать F5, а нажал F4, вы представляете? А ты попробуй с ними поговорить. Так я с ними говорю, они да все боже. Вот негр, кстати, прибежал. Они мне сказали, что сейчас негр придет, его тоже убить надо. Не понял. Короче, они мне шепчут. Они мне шепчут в голове, не могу с ними ничего поделать. Пошли их нахуй, не, и не трогай негров. Сука, это жрачно было. На подкастах, если ты убьешь негра. Нашел. Нельзя брать. Запомнили? Да? Вполне. Вы понимаете, что это улица? Шевелись. Чё, блядь, это? Розыск вас не объявляли за штраф? Да не, мы свои уже отсидели там. А вы нас что, продать хотите, что ли, военным за бабки? Да нет, я что, на это, работорговца похож, что ли? Ты в мои честные глаза посмотри. Да у тебя глаз даже не видно в этом. Да я сейчас и очки сниму. Вот, посмотри, какие честные. А что они красные? Ну да, какие-то зеркальные. Что это у тебя на груди? Ты... Дай мне машину, которая делает живой рисунок. Прямо сейчас. Надо будет запомнить такое название. К тому же, бегая через кусты, есть реальная возможность наткнуться на аномалию. Причем неожиданно. Особенно вон ту электронную. Ебать! Ой, бля, братишка. Пиздец. Он сегодня уже второй раз наступает. Так. Живой, живой. Качай меня. Сейчас, Ларис, сейчас. Пиздец. Спасибо, что живой, но штанам пиздец. Диман, ты второй раз уже падаешь. Я вроде явно не мой день. Товарищи военные. Военные товарищи. Че, может, тогда мы здесь за военных будем? Мы за военных поставим. Ну давай. Я, конечно, караульный устав забыл уже напрочь. А че, нам надо ставить жмухов контролировать, понимаешь? Вот смотри, вот она сейчас оттуда побежит. Мы должны спросить у него, какого хера он здесь добыл. Лучше, а давай реально прикольнемся. Ну, пойдем. Давай. Ну, они так вот точно... О, давай, короче, это, будем как это, накуривать их. Если он накурится, согласится накуриться и пройти, то мы его пропустим. Давай, если нет, то... Если нет, то обратно отправим. Точно, о. О, жмых, тихо. Выглянул. Диман, спрячься. Он видел его? Выглядывает. Блядь, первый жмых наш будет. Диман, бежит. Мне кажется, он слегка в ахуе.
Ближе к стене подойди. Так, стойте, стойте, стойте. Прямо. Кто такой? Вы что здесь делаете? Я грибник заблудился. Какой целью здесь? Ну, грибы собирать. Я заблудился, говорю, не по той тропинке я повернул и все. Вы говорите, вы специалист по грибам? Как удачно. Не то чтобы специалист. Ну-ка, сейчас мы ваши навыки проверим, подождите. Так, Диман, ты его на мушке держи, а то, блядь, грибников у нас. Будь добр, сделай шаг назад. Я могу просто в обратную сторону пойти, и вы меня больше не увидите. Ну-ка, грибник, вот это попробуй и скажи нам свое экспертное мнение. Ну-ка, давай. Это что такое? А ты попробуй сначала. Я не курю. Давай время начать. Ладно. У нас тут либо ты начинаешь, либо ты идешь обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь косячок положите. Вот это меня... Это что, косячок был? Ой, что же я натворил? Так, ну все, вы теперь свободны, проходите. Двигай дальше по дороге. Понял. Спасибо, удачи вам. Все, да удачи. Не за что, если что, приходи. Если что, возвращайся. A few inches later. Так. Стоять. Сиди. Кто такой? Кто такой? Повернись. Слышь, товарищ, повернись. Что-то походу все. Перегорел. Эл. Ты ж, друг, ну мы не хотели тебя ломать. Мы так чисто по-блацки. Ты пить-то можешь? С какой целью? Ты говорить умеешь? Кивни, если да. Или нет, если нет. Не умеешь говорить? Так, ну ладно. Хотя бы это. Сейчас мы тебе... Подожди. Нам твое экспертное мнение нужно, как араба. Арабы, они же любят вот это все. Сейчас, секунду, подожди. Ты только тут в инсульт не падай, если что. Первый раз здесь? Сейчас, подожди. Ну, как бы самый первый раз, или на больничку уже убежал? Самый первый раз. Так, возьми у меня это из рук и попробуй, Дунь, как тебе. Ну чё, как тебе, нормально? Хорошо. О, видишь, да, говорит. Так, товарищ рядовой, выдайте ему начальный бонус для пребывания в зоне. Добрый, положи то, что у тебя в руках, на землю. И возьми вот это. Всё, будь здоров. Все, вы свободны, вы прошли проверку, вы имеете право находиться в зоне. Да, до свидания. Дуйте по дороге до деревни. Если вас там кто-то остановит, можете ссылать их нахер, вы нашу проверку прошли, если что скажете.